Вот штатив для Sony 3000 экшен камеры. Все вроде бы нормальненько, да? Но вот этот сам пластмасс оказался очень шумным. И когда вы идете вот так вот, и, допустим, что-то вот так поглаживаете пальцами, немножечко даже хотя бы, возникают очень сильные шумы, которые передаются на камеру. Сейчас я это продемонстрирую. Я включаю камеру. И вот начинается запись. Я вот нарочно так показываю туда-сюда, сюда-туда, так поднял, а я так получил. То есть вот, как бы сказать, легенькое потирание по коже ладони, пальцев вызывает какие-то такие, знаете, катастрофические шумы, которые записываются. Ну, сейчас я вам это все продемонстрирую. И вот начинается запись. Я вот нарочно так показываю туда-сюда, сюда-туда, так поднял, а я так получил. То есть вот, как бы сказать, легенькое потирание по коже ладони, пальцев вызывает какие-то такие, знаете, катастрофические шумы, которые записываются. Ну, сейчас я вам это все продемонстрирую.